Департамент культуры и туризма подводит итоги. Главный вопрос, который стоял перед этой сферой в 2016 году – сохранение уровня заработных плат. Средний заработок сотрудников областных учреждений культуры составил 13 711 рублей. Заработная плата работников культуры продолжает оставаться значительно ниже средней заработной платы в регионе. 2017 год будет переломным. В соответствии с дорожной картой заработная плата должна вырасти с 76 до 90% от средней по региону. И это существенное увеличение позволит не только сохранить имеющиеся кадры, но и привлечь в сферу молодых специалистов. По-прежнему в сфере культуры остро стоит кадровый вопрос. 16 из 27 муниципалитетов нуждаются в узких специалистах, аккомпаниаторах, художественных руководителях и методистов. Всего порядка 50 вакансий. Есть сложности и с проектом «Сельский дом культуры», реализация которого продолжится в 2017 и 2018 годах. При распределении средств на этот год мы столкнулись с проблемой отсутствия проектно-сметной документации на капитальные и текущие ремонты. Поэтому для участия в конкурсном отборе субъектов в 2018 году мы должны уже в первом полугодии определить проблемные вопросы и начать разработку за счет средств местных бюджетов сметной документации. В текущем году будет продолжена работа по развитию туризма в регионе. В рамках празднования 50-летия маршрута «Золотое кольцо России» запланировано 28 событийных мероприятий. Считаем, что несмотря на богатый историко-культурный и природный потенциал, вопросам туризма уделяется недостаточное внимание в городском округе Иваново, Приволжском муниципальном районе, Палевском и Юрьевецком муниципальных районах. В каждом муниципальном образовании должен быть краеведческий музей или музейная экспозиция на базе библиотеки или культурно-досугового центра. Такую задачу ставит Министерство культуры России. В Кеншемском, Комсомольском и Юрском районах над этим вопросом уже работают. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Кроме того, среди...